девочки, сегодня, вернее, сейчас. Сейчас будем готовить печенье с яблоками. У меня просили, некоторые просили показать рецепт. Я почему-то думала, что я показывала рецепт в каком-то из видео, а оказалось, что нет. Пролистала весь плейлист «Моя кухня», мои рецепты, а там нет этого рецепта. Так что извиняйте, сейчас будем показывать. Вот сестрица работает уже, подготавливает яблочки. Таня, сколько яблок? 5-6? 5 яблок мы взяли, и сейчас будем делать тесто. Ну и дальше вам расскажу уже, сколько чего и почем. Начинаем. Вбили 3 яйца, 100 грамм сахара, ванильный сахар и щепотка соли. Теперь нужно все это взбить. Идем взбивать. Просеиваем муку. Мука где-то 300 грамм. Больше-меньше. Посмотрим. Так, сейчас сколько у нас? 98 грамм. Добавляем разрыхлитель, 1,5 чайные ложечки, 16 грамм разрыхлителя. Добавляем муку. Прежде чем добавили муку, мы добавили растопленное масло. Еще часть муки добавляем. Соединяем тесто с яблоками. Так, на противень стелим силиконовый коврик и начинаем выкладывать печенюшки вот таким хаотичным образом. Все, печенье пошли готовиться. На сколько минут? На минут, наверное, 20. Смотрите, печенька уже готова. Вот так красивенько. На мой взгляд, получилось. Сейчас посыпаем пудрой. Оформляем. Красоту делаем еще красивее и аппетитнее. Чай уже готов. Вот здесь чуть-чуть, пожалуйста. Все, оценивайте работу, делайте по рецепту. Я рецепт включу в видео. Все очень просто. Приятного всем аппетита!